Члены мотоклуба компании «Транснефть» проложили маршруты на огромные расстояния. Сопоставить их можно разве что с протяженностью трубопроводов. Одна группа едет от порта Находка с Тихоокеанского побережья, где расположены самые восточные объекты «Транснефти». Другая с юга, из Новороссийска, от черноморских объектов компании. Встреча должна состояться в Москве в конце сентября. Молодечики. Второй маршрут байкеров пролегает через регионы, где расположены трубопроводы и станции компании «Транснефть Дружба». Здесь количество участников заметно больше. Посвящен этот мотопробег 75-летию Великой Победы. Мы рады этому, что мы смогли поучаствовать в этом мотопробеге. Участники мотопробега посетили памятные места Брянщины, связанные с Великой Отечественной войной. Почтили память погибших, возложили цветы к воинским памятникам и мемориалам. Символично, что мотопробег прибыл к нам через несколько дней после празднования Дня освобождения нашего города. Встретившись в Аксилино Карачинского района, мы проделали путь, которым Красная Армия в сентябре 43-го года начала освобождение Брянской области. Мотопробег проходит огромное расстояние от Находки до Москвы, и в каждой области чтят героев Великой Отечественной. Это очень важное и большое дело для нашей компании и для каждого из нас лично. Этот мотоклуб объединяет в общей сложности уже больше 300 человек. В 7-тысячном коллективе компании «Транснефть Дружба», центр управления которым находится в Брянске, тоже поддержали идею организации мотопробегов. Байкеры из Самарской, Пензенской, Тамбовской и Брянской областей сейчас прорабатывают новые маршруты на будущий год. Светлана Дробкова, Сергей Лицких. Специально для программы «События».